Репорт инвокера, у него один скилл. Все, ребята начинают догадываться, что у него один скилл. Гуди. Братов, монтажик упереть. Пизда ему. Я монтажи пошел делать. Здорово, чуваки. Если вам нравятся смешные ролики, то залетайте к нам на канал. Помимо троллинга и веселых костомок, мы также выкладываем забавные моменты из каток. И тестим зрительские связки. В общем, у нас там еще много интересностей. Ссылки будут в описании. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Макс и Олежка, и нет, это не очередной выпуск из рубрики Invoker Play. Сегодня я рад для вас анонсировать новую рубрику на моем канале, которая будет связана немножко с челленджами и немножко с извращением, поэтому эстетов прошу сразу же удалиться. Сегодня, в общем-то, мы будем играть за инвокера через один скилл, и скилл этот у нас какой-то Олег выбрал? Sunstrike, все. То есть, суть этой рубрики очень проста. Да, нынче модны какие-то челленджи по дотке. Я, конечно, это не одобряю, мне это не нравится, но я не лох, поэтому я придумал свой. И как раз-таки вот он будет заключаться в том, что мы будем играть на разных героях, я или Олег, неважно, через всего один скилл. То есть скилл этот будете выбирать вы сами, вы можете писать комментарии прямо сейчас, на каких героях через один скилл нам предстоит сыграть. Ну, лучше всего сыграть, то есть пожелания ваши оставляйте. И также хотелось бы у вас попросить совета, считаться ли будут пассивки за скилл или же нет. То есть, допустим, тот же самый мип, к примеру, если играть через один скилл, то значит нам либо ульту качнуть, либо какие-то сетки или пуфы. То есть, но если опять же пассивка не будет считаться за скилл, то мы можем ульту спокойно качать. Но я вот думаю, правильнее будет, наверное, все-таки играть без пассивок, то есть тупо со скиллами. Сегодня мы немножко сделаем исключение для инвокера, сферки мы все-таки будем качать, вот, но юзать ничего мы не имеем права, то есть кроме санстрайка. Сферки можно перекастовывать, но какие-то другие скиллы использовать нам нельзя. Посмотрим, кстати, как вообще инвокер себя чувствует в лесу. Если вам понравится эта страта, можете ее использовать, но опять же, ребята, в силу своего скилла. Потому что руинить катки другим людям я бы вам не советовал. И, кстати, по этому поводу играем мы, естественно, не на мэнни, иначе бы на 5к нам бы этого не простили, просто бы сразу улетели в ЛП. Поэтому играем на аккаунте с рейтингом в 2700, насколько я помню. Ну, average здесь средний рейтинг такой. И, кстати говоря, для тех, кто не смотрит мои стримы, я вам напомню, что я частенько играю на таких аккаунтах на стримах, дабы охватывать как можно большую часть аудитории своей, потому что я прекрасно знаю, что у меня, допустим, среди подписчиков основная масса людей играют на там 2к-4к. Поэтому вот на этом аккаунте мы и играем. Так. Классно. Ты даже не смотришь, да? Не, там, я а вдруг не... бы сейчас бы ты не попал? Ты бы, наверное, удивился, да, как он там тогда смог? Да, тогда бы ты посмотрел, как это могло случиться вообще, что это за Нео там на сайленсере. Это, знаешь, типа 15 минут монтажа просто. У тебя инвентарь обновляется только. Все, ничего на экране не происходит, только инвентарь обновляется. Классно. Честно, да. Вот так мы, ребят, и играем. Мы хотели, да, конечно, пойти на мид, но Олег потом говорит, да и в лесу неплохо будет стоять, даже не стали наезжать на эту фантомку, типа то, что она там на мид потом забила, после того, как Олег там решил на инвокере покатать по этому челленджу. Вот, мы не стали наезжать, потому что Олег прекрасно знает, что можно и вот так вот вести дистанционную, так сказать, игру, дистанционную войну через санстрайки, как раз таки, что нам и нужно. Набиваешь киллы, зарабатываешь бабки, собираешь догон и пошел уже воевать с помощью нескольких кнопок, не только с помощью одного скилла. У нас догончик есть. Тракса умерла здесь. Не умерла. Не критуй. Он пуфаться начал прям перед санстрайком. Серьезно? Чё? Он прям просто пуф... Вот понимаешь, ему, наверное, вот по ушам, по носу вот эта шерсть обуглилась, когда он пуфался. Это как вот, знаешь, паяльные лампы у тебя вот перед лицом вот так вот. Смотри. Эффективный инвокер выходит. Бам. Бам. Ну вот пока наваливай. Бам. Держать, так сказать, дистанцию, да?
Красиво, что сказать. Вот так работает наша стратегия, собственно, ребят. Да, и обратно в тихомолочку в лес уходим. Ну, там еще этот, омник-омник. Хорошо. Набирали превосходство просто с помощью одной кнопочки. Санстрайк дельный. Вот он и глобал подъехал, тайминговый. И в прошлой игре, короче, команда догадалась минуте на 25-й, то, что я ничего кроме санстрайка не кастую. Сначала, да, кричать начали, типа, инвокер, инвиз, инвиз, а я не могу ничего кастануть, у меня мозг ломается, я хочу, но не могу. То есть, ну, я даже при желании бы, конечно, ничего не кастанул, потому что я на инвокере очень слабый. Но в мыслях, конечно, есть эта ломка, что тебе нужно вроде бы что-то прожать, чтобы выжить. Инстинкт самосохранения работает, конечно, на все 100%, но ты ничего не можешь. У тебя такая ломка, у тебя так психика ломается. И ты просто бежишь с этим санстрайком на одних сферках, на этих вексовых, чтобы хоть как-то быстрее бежать, или на кьюшках, чтобы хоть как-то быстрее регениться. Может, тэпнешься лучше сразу? Надо было сразу тэпаться. Да, Рики шпионит, Рики шпионит. На БХ? Догон. Блин! А у него есть Аегис? Не-не-не, не надо. Пусть он ульту просрал. Классно, вкусно. Там где-то мипа пуфается. Не слышишь этот ужас? Куда-то. Да, да, надо как можно дальше держаться. Дистанционный бой. Рикимару пришел. К сожалению, Олег, тебе бежать надо. У тебя ТП, если что, есть. Репорт инвокера, у него один скилл. Все, ребята начинают догадываться, что у него один скилл. Ничего себе! Прочитал просто на изи. Вот это красиво, конечно, было. Просто MLG-мувики. А я даже не следил за тем, когда он убежал, куда он убежал. Но это прям шара. Это вот реально один из 100 санстрайков так может попасть. Серьезно. Ой. Слушай, Олег, а ты согласен с утверждением, что Филипп Филадельфиевич не карма? Догон-то дай. Форсик. Хитро. Не, уходи, уходи, уходи. Он, блин, конец. Нифига ты пол. Слушай, ты какой-то это. Я понял, ты сел на игры. Ребята вроде догадались, что у инвокера один скилл. Не знаю, догадались ли об этом враги, чтобы этим как-то воспользоваться. Пойдешь его убивать? А чё он клэп не дает под себя? Нормально. Смотри, ещё Урсу, видишь, сразу прожимает ульт. И побежал. Рики, Рики здесь. А чё он так хочет тебя убить? Классно. Инвиз? Не? Не будешь? Трек на Рике. Вот никто треки почему-то не кидает на Рикимару. Да вон этот, который. На вэшку. От Лотара. Ты чё? Я же тебе про него и говорил. Нельзя инвиз кастовать. Я знаю, что нельзя инвиз кастовать. Это проблема, конечно. Ну чё, состилишь? Ну второго-то хоть состилишь? Форсик, форсик. А, классно. Инвиз, инвиз. Блин, если бы этого еще состилил, было бы вообще вкусно крайне. Я вам поставил. Подошел, застилился. Ну классно, пацан. Слушай, знаешь, из всех вариантов ультануть, захилиться, а у него хил в КД, он же хоть кильнул крипов. Да, да, да. Но все равно, типа, было бы забавно, что из всех вариантов он выбрал бы самый неподходящий рэп кинуть. Если он вылезет, а, он фуловый почему-то. Нормально.
Нормально, а как так много дамага влетело? Ты же страйк по двум дал. Типа разделить должны были. Как ты думаешь, вообще на мейне такая страта проканает? На пяти? Да, дурак. Но как ты думаешь, вообще, если чудо свершит? Тут-то еле идет, но еще не факт, что он еще зайдет. Но с догоном еще можно летать. Ну сикер, да, еще какой-то в пике друга взять с сикера. И все. Ну страйк? Нет, говорю, вот колдснэп на мейне, мне кажется, заможет зарешать. Ты тупо с руки в ДД собираешься, один скилл юзаешь и все. Только урона мало. Не получилось, да? Расскажи пока анекдот какой-нибудь. Шел я из дому, во поле и на сту. И наступил я на кучу максимских. Кого? Говна. Ха-ха-ха. Ну, не конец еще история. А, ну давай продолжай. И было там из дому вопли максимских. Говна. Спасибо. Пожалуйста. Вы запомнили, да? Да. Слушай, этот мип вообще внушает доверие, в принципе. На Тейл спроси у него. Может, на Тейл все-таки. О, за три мипа контроль. Так. Классно. Вот это... Нормально справился. Можно, в принципе, стоять. Слушай, а реально мипа вот на... Я думаю, ему надо следовать, да. Мипа на 3К это лучше, наверное, в своем роде. Мне понравилось. Да? На самом деле, я на 2К видел мипа лучше, чем вот этот мипа, который стоял просто. Ну, жил он долго, чё уж. Нужно... Он на самом деле, наверное, уже думал, что он спасся. Он просто забыл то, что у него там есть аппендицит. Не попал. Конечно, не попал. Вот это вы комбините, конечно. Инвиз не контрится? Не контрится, похоже. Дальше прыгаешь. Там медведь, не забудь. Злой и грозный медведь есть. И вот этот такой парень еще, который может навредить. Хотя этот не навредит. Вот мне тогда Рики навредил. Когда у меня 500 хп с одной тычки улетало. Люк, ты сейчас лопнешь. Расчет, да? Ну тэпайся. Покидай страйки с респы. Чё бы нет. О! Пациент. А вот сейчас он не замедлится. Ну, омника заассистил. Тебе сейчас ассист дадут. Ассист. Сферки же это не скилл, правильно? Зачем? Он, мне кажется, лопнул с одного этого. Инвиз не контрится? Олег? Олег? А что делать, да? Вкусненько. Но я на самом деле тебя уже похоронил. Ульты у него вроде сейчас не должно быть. Так, это что там за тема? Ну извините, пожалуйста, это мои эмоции. Кстати, я сейчас чуть гланды не выплюнул. И что у нас по итогу? Сколько киллов? 25 к 1. Очень даже неплохо. Да, давайте, ребят, с вами прощаться. Пишите обязательно, на каких героях еще нам поиграть через один скилл. Пишите свое мнение по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Ну и обязательно рассказывайте о таких роликах своим друзьям. И анекдоты, да, обязательно рассказывайте. Такие же, как Олег. Олег, продемонстрируйте, пожалуйста, мастер-класс, как вы рассказываете анекдоты и какие вам надо, ребята, рассказывать анекдоты. Прошу вас. Как истинный стендапер, ты должен вот сюда вот прям говорить. Прям близко к микрофону. Давай. Прям сюда вот. Вот этот, да, окисленный. Давай, да. Начинай. Шел Максимский по полю и игрались мы вместе. Если нет, и когда нет, будем завтра. Некогда завтра. Никогда. А некор ультанет сегодня? Некор нет. Вот весь рэп.